Весьма актуальный сегодня вопрос, когда масса людей живут в режиме постоянных переездов, есть ли запрет на въезд в страну? Сегодня обсудим вопрос, как узнать, есть ли запрет на въезд в Турцию. Вы на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Итак, первым делом, когда вы приезжаете в Турцию, подумайте заранее, как вы будете въезжать сюда повторно при необходимости. Запрет могут поставить по нескольким причинам. Нарушение визового режима, просрочка безвизовых дней, вы не выехали из страны при отказе в ВНЖ, нарушение закона страны, не оплачен штраф в аэропорту. Поэтому, если вы нарвались на штраф при просрочке легальных дней в стране, то при оплате штрафа в аэропорту обязательно, во-первых, возьмите чек-квитанцию, подтверждающую оплату штрафа, и спросите у сотрудника, поставят ли вам запрет на въезд, чтобы потом не гадать. Если сотрудник скажет, что все ок, радуйтесь, вы отделались штрафом. Ну а если же он говорит о запрете, то попросите документ об этом и проверьте, чтобы там были указаны причина запрета, пункты нарушений и срок запрета. Если же вы выехали и не узнали про запрет, то уже в своей стране необходимо сделать официальный запрос в консульство Турции. А если вы в России, то также можно отправить запрос в МВД. Бывают случаи, когда вы узнаете о наличии запрета уже по прилету в страну, и вас не пускают. Придется ехать обратно. И многие в таких случаях звонят адвокатам прямо из аэропорта в надежде решить проблему. Но, к сожалению, друзья, если вас не пускают в страну, то на месте ничего сделать уже нельзя. Придется смириться и возвращаться домой. И там на месте уже выяснять, а что это было такое. Получается так, что вы точно знаете, что ничего не нарушали. И именно поэтому ни сном, ни духом прилетели в данном случае в Турцию. А вас тут как опасного преступника не пускают. Такое, к сожалению, случается. Редко, но бывает. Возможно, по отношению к вам допущена ошибка. Сотрудник в системе перепутал ваши данные с данными другого человека и шлепнул запрет вам. Обидно. Капец. В этом случае придется обращаться к адвокату. Будьте законопослушными, и мы надеемся, что с вами таких казусов не случится. Нас лично страшно бесит несправедливость. Ужасно. В комментариях напишите, кто-то сталкивался с несправедливым запретом на въезд в Турцию или в другие страны. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезные видео. Нажимайте колокольчик и ставьте лайки. При желании вы всегда можете поддержать наш канал в функции «Суперспасибо». Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. А также под видео есть сайт, куда можно обратиться с просьбой о помощи в аренде квартиры. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.